Приветствую вас на канале Алковита. Сегодня я хочу сделать очень вкусную водочку, а именно клубнично-мятную. Мята у меня садовая, дачная, не перечная. Попытался собрать сегодня на даче самую молоденькую. Аромат классный. А вот клубника покупная, но она горная у нас. Это одна из самых поздних клубник. Выращиваются до воды ее в горах. Аромат вот даже на сейчас вот замерзшая, она где-то у меня, по-моему, года два в морозилке. Это еще от сестры, в общем, осталось. Года два в морозилке на работе торчала. И вот решил я ее израсходовать. Здесь ароматика тоже супер. Хоть она и замороженная, вот, но пахнет вот сейчас вот на кухне прям вот, знаете, очень свежо и очень так ярко. Клубника у меня уже готовая, без хвостика, вымытая, перебратая. То есть гнили здесь нет. А сестра в морозилку заложила уже ее чистенькую. А вот мята вообще свежачок. Сейчас я мяту замочу в холодной водичке. Как следует промою и оторву вот только листочки, без палочек. Палочки при изготовлении водки дадут аромат сена. Мяту подготовил, стебелечки все оторвал. Если мяты мало, можно пропустить ее через мясорубку, либо покромсать ножом. Экстракция будет лучше. Клубника сейчас разморозится, я ее толкушкой помну. Осталось только добавить спирт. Спирта у меня почти 5 литров. Я думаю, будет как раз. Чем больше ягоды и мяты, тем будет вкуснее. Добавил спирт, перемешал. На самом деле здесь нет такого четкого рецепта. 20 грамм клубники, 30 грамм мяты, 70 миллилитров спирта, 70-90%, неважно. Мы это будем все равно все перегонять. Вот у меня, вот видите, почти в ноль. То есть 5 литров спирта, а банка 10-литровая. И вот вся эта масса занимает всю область спирта. Прошло около 3 недель, был в отпуске, времени не было. Вот сейчас мы как раз таки проверим на компотность. Клубника больше всех уходит в компотность. Либо свежая клубника, либо запах варенья. Запах варенья у клубники — это уже компотность. И мята. Либо свежая вот мята в напитке, допустим, мохито. Либо мята в чае. То же самое. Сейчас я это выливаю в куб, добавляю воды в две части и помешиваю до температуры в кубе 65 градусов, чтобы избежать какого-либо пригара. Колонну собрал, проверил на герметичность, воды добавил почти 3 части, очень много густоты. Царга 70 сантиметров, половина нержи, половина меди. Здесь все последовательно, все стандартно. Как поступаем? Поступаем точно так же, как и с крыжовником. Колонна поработает на себя, отберу головы. Ну какие могут быть головы в спирте? Но вот при таком настое мне не нравится аромат. Кто называет его эфирный, кто как, то есть, знаете, вот, ну не нравится мне. Вот я его как бы на головы отсекаю. 200-250 миллилитров примерно. Может быть, будет здесь 100-150. Все как бы зависит от ароматики. После этого я отключу дефлегматор и отберу ароматное тело, не снижая нагрева, то есть на максимальной мощности. Ориентироваться буду, как и с крыжовником, до 70 в струе, либо до тех пор, пока аромат мне не перестанет нравиться. Далее подключу дефлегматор. У меня длинная колонна, забитая насадкой, в скупе с дефлегматором отжимаю все до последней капли. Именно, как мне кажется, вот такая система не позволяет пропускать вот эти все вареные тона. Я специально взял клубнику и мяту, так как они очень такие подвержены вот этой компотности. Отобрал 200 мл голов, проверил на опалесценцию. Все прекрасно, опалесценция не наблюдается. Но вот аромат не клубнично-мятный, а мятно-клубничный. Скорее всего, даже просто мятный. Клубника вдалеке немножечко все-таки присутствует. Сейчас я отключаю дефлегматор и отбираю ароматное тело. Отобрал 2,5 литра. Дистиллят очень холодный. Его крепость составляет где-то 74 ареометра, ну пусть 72 со всеми поправками. Отбираю дальше, аромат полностью устраивает. Причем, что самое интересное, когда я нюхаю прям с бутылки, то отчетливо пахнет клубникой. Растирая на ладонях, отчетливо пахнет мятой. Отобрал 3 литра, крепость 72 по ареометру, ну с корректировками пусть будет 70. И вот аромат уже изменился в сторону такой травы. Подключаю дефлегматор и отбираю все, что мне полагается, уже с дефлегматором.
Отобрал 3,5 литра, играю с дефлегматором, с напором, с нагревом, в общем, смотрю аромат, каждый раз слушаю, в общем, кое-что уже выяснилось. Если с крыжовником у меня была критическая температура где-то около 78, то вот с мятой и с клубникой 77,6. 77,6, все, потом уже уходит, знаете, в вареную траву, прям вот я чувствую прям вот этот аромат мяты, которая в чае, прям вот такой, ну, кто знает, поймет меня, в общем. Поэтому 7,7,3, 7,7,4 отлично идет такой, слегка такой фруктовый спиртик. Вот как бы вот то, что надо. 4,5 литра, и отбор уже пошел по капельной. Температуру вверху колонны не превышаю 7,7,6. Отобрал 4,900, пошли скачки. Показываю 63,9, 63,5. Потом резко 50, потом 7,7, 7,7, отбор продолжается и так далее. В общем, это говорит о том, что все уже, здесь уже кирдык. Но на ароматику как бы еще вполне нормально. Вот постараюсь 5 литров отобрать и закончу отбор. Температура в клубе за 100. Это именно та температура, когда я заканчиваю отбор спирта сердца. Прошло 2 недели. Клубнично-мятная водка. Пробую, что получилось. Штатив мы, к сожалению, в ремонте, поэтому снимать буду с руки и, скорее всего, одним кадром. Итак, изначально аромат мне казался немножко таким травяным, но вот сейчас прям супер вообще. Знаете, в аромате четкая мята и не вареная, как в чае, а именно вот как в огороде свежая мята. Клубника присутствует, но, знаете, в форме варенья, скорее всего. Не совсем компотная, но вот какая-то, знаете, такая не свежая вот клубника однозначно. И где-то вдалеке. Конечно, мята на первом месте и в аромате, наверное, процентов, может быть, 70. Ну что, за нас, быть добру. Какая же она мягкая, ёкарный бабай. В аромате клубника, на языке клубника есть, более явная. Очень мягкая получилась водка, очень мягкая. Прям пьется на 100 баллов. Я не любитель водки, но в данном случае прям очень приятненько. Да, на языке клубники гораздо больше, нежели в аромате. Но черт побери. Хорошая получилась водка, я доволен. Компотности не чувствую, в аромате немножко мне показалось, ну, может быть, не показалось, что оттенки клубничного варенья присутствуют, а вот на языке гораздо вкуснее. Не ожидал. Мне кажется, я все делаю правильно. Компотности я избегаю. Выход хороший. Аромат хороший. Компотности никакой нет. Прям вот супер. На вкус мне она понравилась гораздо больше, нежели вот первый вариант водки, что я там делал. О, блин, даже не помню. А, крыжовник, да. Гораздо интересней. Не знаете, такой тонизирующий, освежающий такой вот эффект. Летний вариант, да. Зимний вариант — это тминные водки, укропные, там, тут такой вот. А это прям вот летом пить, милое дело. Но я думаю, зимой будет уже неплохо. Что будет через месяц, не знаю. Многие водки теряют свой аромат. О, 5 часов вечера. Новую снимаю я одной камерой. Я доволен, вариантом доволен, компотность не получил, буду продолжать в этом же ключе. Есть еще пару вариантов очень компотных составляющих, по такой же схеме буду пробовать и посмотрим, что же получится. На этом я с вами прощаюсь, берегите себя, пейте только качественные напитки, до свидания.